Сегодня канун Рош Ходеш Шват. Канун Рош Ходеш это большой день, и называется в нашей традиции Йом Кипур Катан, малый Йом Кипур. Это день, когда в нем надо много молиться, поскольку Рош Ходеш называется Зман Капара, время искупления грехов. Так что сегодня канун день, когда в нем идет искупление грехов. Канун Рош Ходеш называется Йом Кипур Катан, поэтому в этот день молимся лучше, даем больше цдоки, стараемся брать на себя хороших решений на новый месяц, который наступает. Рош Ходеш – большой день, важный день в Тора и то, что мы читаем в Талмуд. Но вместе с тем, он, можно его называть подзабитый праздник. Сегодня мы не видим какое-то особое отношение к Рош Ходеш или особое старание в праздновании Рош Ходеш. Поэтому важно сегодня канун Рош Ходеш поговорить о законе, о обичае, которое надо делать в Рош Ходеш, чтобы из Божьей помощи завтрашний день Рош Ходеш Шват мы будем отмечать, как положено, со всеми законами и обичаями еврейского народа. Но перед тем, что мы поговорим о законе Рош Ходеш, завтра не просто Рош Ходеш, завтра Рош Ходеш, какой месяц? Месяц Шват. Рош Ходеш Шват. Рош Ходеш Шват это особый день. Кроме того, что он Рош Ходеш, он имеет особой важность, и особой, это особый великий день. В этот день Моше Рабейну начал выступать перед еврейского народа, и он выступал подряд 36 дней от сегодняшнего дня до того дня, когда он вернул свою душу Всевышнего в 7 числа в месяц Адар. Что он сказал? Он тогда сказал книга Дварим, которая называется Мишне Тора. Повторная Тора. Он повторил вся Тора в этой книге Дварим, пятая книга в пяти книжек Тора. В Медраши пишет о том, что Моше Рабейну в эти дни, начиная от Рош Ходеш Шват, הואל Моше באר את התורה הזאת. Моше Рабейну переводил Тора на 70 языков народов мира, которые существовали, конечно, тогда. И Моше Рабейну передал нам очень важная вещь в этом перевод, что Тора принадлежит каждому еврею. Неважно в каком языке он ее читает и он ее учит, поскольку он сам, Моше Рабейну, который получал Тора на горе Синай, он сам занимался переводом этой Тора. И тогда, можно сказать, он открыл ворота для всех будущих поколений. Любой новый язык, который появляется, что можно будет ему переводить Тора на этом язык, и каждый, который учит Тора, неважно в каком языке, считается, что он учит Тора, и он связан с Торой, связан с Богом. Мудрецы наши, светлые им память, сказали очень большую вещь. И сказали, слушайте внимательно, сказали, это день, диса первого швата, Рош Ходеш Шват, он похоже, вы знаете, на какой день? На день дарования Тора. На день дарования Тора в 6 Сиван, похоже, это день первого Швата, поскольку в нем снова произошла передача Тора еврейского народа. То, что Моше Рабейну повторил вся Тора, и то, что Моше Рабейну открыл новые ворота. Он переводил Тора на 70 языков мира. Так что завтра, Рош Ходеш Шват, большой день, друзья. Давайте сейчас будем повторить законы Рош Ходеш и поведение в Рош Ходеш, и будем отмечать этот великий день на самый высший уровень и заслужим в нем все благословения Всевышнего на весь наступающего месяц Шват. В Тора Рош Ходеш занимает очень почетное место. Читаем в Тора в книге Бамидбар, 10 глава и 10 пасук, что Тора пишет нам о Рош Ходеш рядом вместе с нашей известной, любимой еврейской праздники. וביום שמחתכם ובמועדיכם, ובדין ושי רדס, ובדין ושי פרזניקי, ובראשי חודשיכם, אני עדות ומסטיה. רדס נדני, פרזניץ נדני, איקקי ישודני, ראש חודש. ראש חודש סטייט רדם, ספסי נשי פרזניקי. הנה פיסן השטובת ידני, ראש חודש ופרזניקי, נדה בולית, נדה בולית, מוברים מקדסו שסטבל חרם, טרובית ובסובך טרובלניה. То есть, что важно нам посмотреть, что в Тора Рош Ходеш стоит на почетное место рядом с Пейсах, рядом с Шавуот, рядом с Суккот. Также в книге Шмуэль мы читаем о поведении царя Шауля.
Что в Рош Ходеш они побила? Особая трапеза. Трапеза в Рош Ходеш они побила. Как здесь, что у нас есть шабатные трапезы, праздничные трапезы? Во время, в те годы, во время Шаула Мелех, собрали специально у него на какой трапеза? Трапеза в Рош Ходеш. Также мы читаем в книге Мелахим, что в дни Рош Ходеш ходили специально посетить пророк. Праведовит пророк Ребе, ходили к Ребе в Рош Ходеш. В Талмуд, в том Рош Ашана, и там комментировать это Тосфот, он говорит, еще больше, что в тех времен в Рош Ходеш не ходили на работу, не делали никакие работы. Это относились к Рош Ходеш как настоящий праздник. Также в Талмуде, в том Псахим написано, что Рош Ходеш называется как Моэд. Моэд это как Хол Ха-Моэд, как Моадим, Моадим Лесимха, мы говорим, как дни праздники. И также в том Рош Ашана Тосфот пишет о том, что Рош Ходеш входит в категорию Моадей Хашем, праздники Всевышнего. А тогда что случилось с Рош Ходеш? Почему же сейчас мы не испытываем, мы не чувствуем такое особое отношение, и у нас нет какой-то особой праздничной поведения в Рош Ходеш? Что случилось? Как изменился статус? Как изменился статус этого дня? На самом деле, после разрушения храм, второй храм, уменьшился статус Рош Ходеш. И это по логичная причина. Когда существовал храм, и в Рош Ходеш принесли специальное жертва перенесения в честь Рош Ходеш. Это жертва перенесения сама потребовала особое внимание. Ходили в храм на особой молитве, особой корбан, особой жертва перенесения. И поэтому отмечали Рош Ходеш. В момент после разрушения храма уже нет этот ритуал, уже не могли принести жертва перенесения. Автоматически отношение народа к этого дня уменьшилось. К нему уже отношение меньше. То же самое написано о том, что были переговоры запреты римский император Андрианус. Он запретил Санхедрин собраться и объявить о Рош Ходеш, делать то, что называется в жаргон Талмуд Кидуш Ха-Ходеш. И тогда они делали, конечно, Кидуш Ха-Ходеш, но они это делали в них большие форматы. Они отменили больших трапез в Рош Ходеш, чтобы не увидели враги наши, что мы празднуем Рош Ходеш. Этот факт тоже повлиял на том, что меньше чувствовали Рош Ходеш. А потом, 1600 лет тому назад, когда Гилель, который был праправнук известный, Гилель, автор школа Гилель, установил для нас календар, еврейский календар, и уже больше Санхедрин не должен был собраться, чтобы объявить, когда Рош Ходеш. Тогда Рош Ходеш, мы узнаем о Рош Ходеш уже технически через календар, и тогда вообще уменьшился ритуал, который в Рош Ходеш, кроме того, что мечтаем Халел во время утренней молитвы, специально чтение Тора и ставка Яале Веяво во время молитвы Амида и Беркат Амазон. Но вместе с тем, то, что технически уменьшились ритуалы Рош Ходеш, не уменьшает сам день. Сам день Рош Ходеш большой очень день. В Зоар Акадош написаны интересные слова о Рош Ходеш. Мы знаем, что в Шаббат у каждого от нас есть личная душа, нешама етера. Пишет Рабби Шимон бар Йохай в святой книге Зоар, что и в Рош Ходеш у нас тоже есть нешама етера, особая душа. И поэтому давайте будем поговорить, что надо делать в Рош Ходеш. Какие ритуалы существуют в Рош Ходеш? Какие обычаи существуют в Рош Ходеш? Чтобы мы тоже относились правильно к этому дню и заслужили действительно эту нешама етера и все искупления грехов, которые есть в Рош Ходеш и благословения на весь будущего месяца. В Шулхан Арух написано о том, что в Рош Ходеш можно делать работу. В отличие от того, что мы читали в Талмуде, в том Рош Ашана, что в те годы не работали в Рош Ходеш, мужчинам можно делать работу в Рош Ходеш. Но пишет он, что женщины, это хороший минхаг, это хороший обычай, что они не будут делать никакая работа, что они не будут делать работу в Рош Ходеш. Потом поговорим о какой вид работы. К нему присоединяется и Рамо, Раби Моше Исерлиш, и он добавляет на Шулхан Арух о том, что действительно, что это ябича, это делает нечто вообще женщины, не делали работу в Рош Ходеш, как в Шаббат и в Йом Тов. Нет, они могут работать, но они должны отказаться
от некоторых вид работы, чтобы отмечать этот день Рош Ходеш. Почему мы тут разделяем между мужчиной и женщиной? Почему только женщины не должны делать работу в Рош Ходеш, а мужчины, да, вроде бы мужчины тоже должны праздновать Рош Ходеш? Написано в Пиркей Раби Элиезер, это Мидраш Пиркей Раби Элиезер, он рассказывает, что женщины, еврейские женщины заслужили получать от Всевышнего этот подарок, что они не должны, они должны праздновать Рош Ходеш больше, чем мужчин. Благодаря того, что во время грех золотого тельца, тогда ходили и попросили у всех, чтобы каждый сдали свои золото. Конечно, женщина имеет больше золота, чем мужчина, у них есть свои украшения красивые. И женщины отказали. Они сказали, нет, мы в эту игру не играем. И они не участвовали в этот грех. Они не дали свое золото, чтобы построить с ним золотой телец. И Всевышний отблагодарил им и сказал, вы заслужите этот праздник Рош Ходеш, который до того принадлежил всем, сейчас он будет принадлежит особенно кому? Еврейские женщины. Поэтому именно еврейские женщины берут на себя эту минхаг, не делает какие-то виды работы в Рош Ходеш. И интересные слова пишет в Мишна Брура, он пишет о том, что надо к этому относиться не просто как доброе поведение, как хороший минхаг, но они должны действительно следить, и эти вещи, которые приняты в традиции, что женщины не делают в Рош Ходеш, они должны действительно как это делать. Есть разные мнения в Галаха, с каких работ они должны отказаться в Рош Ходеш. Не будем сейчас считать все мнения в Галаха, это формат короткий. Единственное, которое я скажу, что то, что принято сейчас, и приняли на себя почти все женщины народа Израиля в последние там, десятки поколений, это чтобы они не будут шить, и не будут вязать, и не будут делать ручная стирка. Стирка в стиральной машине не считается работой, можно этого делать. Еще один вещь, которую надо делать, надо знать по поводу Рош Ходеш, это связано со всеми, с мужчиной и с женщиной. Завещание Раби Иуда Хасид, известный Раби Иуда Хасид, который написал книгу Хасидим, он жил в Германии 803 года тому назад, и известно, что к те вещи, которые он написал в свою книгу, что надо делать и запретить себе определенных вещей, относимся все очень серьезно и очень строго. Он написал такое поведение, не стришь волосы и ногти в день Рош Ходеш. И так действительно принято. Кроме, если это связано с исполнением мицва, тогда можно этого делать. Но вообще надо стараться не стришь ни волосы, ни ногти в день Рош Ходеш. Также существует запрет делать какой-то либо пост и в Рош Ходеш. Даже жених и невеста, которые в добрый час и хупа будут на исход Рош Ходеш, и жених и невеста же соблюдают пост в день хупа, и в день Рош Ходеш они не должны поститься. Что надо делать? Интересная вещь есть в Шулхан Арух. Вы знаете, в Шулхан Арух есть главы. В каждой главе есть галахот, есть уже детали. Есть по закону Рош Ходеш, написано в Шулхан Арух заголовок, симан, глава закона Рош Ходеш, а там написано всего ли один закон. Мицва добавить в трапеза в честь Рош Ходеш. И это очень интересно, почему Шулхан Арух писал это отдельно. Можно было добавить этого, как в законе праздники, Рош Ходеш, это же как праздник. Если мудрецы наши пишут о том, что Шулхан Арух хотел выделить вещи, которые люди не обращают на это внимание. Сколько от нас сейчас добавляет какой-то дополнительный вещь в честь Рош Ходеш. Рош Ходеш проходит мимо. И поэтому Шулхан Арух выделил особое внимание этого закона, чтобы мы действительно обратили на это внимание, то, что видели это мицва отдельно, а тогда, чтобы мы действительно добавили что-то в нашей трапезе в честь Рош Ходеш. Что тогда надо добавить? Мы же не видели, что накрывается стол трапеза Рош Ходеш, как трапеза праздник или трапеза шаббат. Как все-таки исполняет эту трапезу Рош Ходеш? Мишна Брура пишет о том, что не обязательно делайте нетилат ядаим, можно кушать других вещи, как фрукты, но много другие мы видели, что люди, которые в обычный день не кушали, не привыкли делать нетилат ядаим, в Рош Ходеш делали нетилат ядаим. Например, я расскажу о поведении Лубавичского ребе. Он не делал нетилат ядаим, кроме в шаббат. В будние дни ребе никогда не делал нетилат ядаим, то есть он не ел хлеб. Но когда наступал Рош Ходеш, и в Рош Ходеш он делал, он умывал руки и кушал хлеб
трапеза, то есть и в честь Рош Ходеш. И поэтому человек, который не привык кушать хлеб в течение будного дня, в течение недели, только в Шаббат, в Рош Ходеш, надо стараться кушать хлеб и в честь Рош Ходеш. Это добавка, которую мы делаем, то есть хлеб, который мы кушаем в честь Рош Ходеш, это надо кушать днем и не в ночь Рош Ходеш. Есть важная книга, называется «Шиерей Кнесет Агдула». Ее писал Раби Хаим бен Банисти. Он был из самых известных раввинов в Турции 350 лет тому назад. И он пишет о том, что можно просто добавить к трапезе. Не надо делать с особой трапезы. Мы садимся на завтрак или на обед. Обычно мы кушаем минимальную трапезу, а надо к этой трапезе что-то добавить. И если мы уже делали нетилат ядаем, можно добавить даже фрукт к этой трапезе или какой-то салат. И это считается, что мы делали что-то в честь Рош Ходеш, и это будет считаться трапеза Рош Ходеш. То же самое, когда Рош Ходеш совпал на Шаббат, принято на шаббатной трапезе что-то добавить и сказать всем присутствующим вокруг стол, это мы делаем в честь Рош Ходеш. Рош Ходеш мы читаем на молитва шахарит, мы читаем халел, молитва халел, но мы не читаем полный халел, как, например, в первые дни праздник Песах или во все 8 дней праздник Суккот и 2 дня праздника Шавуот. В эти дни, в день Рош Ходеш, мы читаем только половина халел, то есть 2 главы, которые посередине халел, мы не читаем. Почему действительно? Поскольку Рош Ходеш это время, как мы сказали, капара. Время искупления грехов. Во время дни искупления грехов мы читаем халел. Например, Рош Хашана, Йом Кипур, это большие праздники, мы вообще халел не читаем. Поскольку это дни искупления грехов. Рош Ходеш, это не как Рош Хашана, Йом Кипур. Поэтому мы читаем халел, но мы не читаем полный халел. Во время молитвы Амида, и вечерняя молитва, и дневная, и утренняя, и дневная Минха, мы добавляем специальная ставка, называется Яале Веяво, специальная молитва, что мы просим Всевышнего благословлять этого наступающего месяца, этот новый месяц. Важно это прочитать и обратить внимание, поскольку если человек прочел молитву Амида и потом оказалось, что он не читал эту ставку, ему надо, если это молитва Шахарит и молитва Минха, ему надо снова повторить молитву Амида. Если это была на вечерней молитва в первой ночи, второй ночи, Рош Ходеш, нет, поскольку вечером нет заповеди Кидуш Ходеш. Но если человек забил читать Яле Веяво во время Беркат Амазон, тогда не надо повторить это Беркат Амазон, поскольку, как мы упоминали, это нет обязательства делать трапезу в Рош Ходеш. Так что это еще один два вещи. Во-первых, принято не ходить в кладбище в Рош Ходеш, даже если есть йорцайт, ходить на день раньше или на день позже. И самая важная вещь, Ребе всегда напомнил нас, что в день Рош Ходеш каждый из нас должен добавить и в цдоке. Давать в этот день цдоке больше, чем он дает в обычный день. Так что у нас есть сейчас знания о все заповеди, связанные с Рош Ходеш, но это не все. Перед Рош Ходеш у нас есть Шаббат Меврахим, и после Рош Ходеш у нас есть заповеди Кидуш Левана, которые связаны с Рош Ходеш. Но эти вещи заслуживают из Божьей помощи отдельный урок, который мы из Божьей помощи будем делать. Тогда Ходеш Шват называется эти буквы Шин, Бет и Тет. Это начало слова Шенидбасер Бесорот Товот. Я хочу нам всем пожелать, чтобы этот месяц Шват принесет нам, что у нас будет Ходеш Тов у Меворах, добрый, благословленный месяц, который в нем мы услышим только и много хороших новостей.